Ну а заключительный стартовый номер у Михаила Полянского, фигуриста из Санкт-Петербурга, с которым работает Галина Кашина из группы Евгения Рукавицына. Полянский один из самых взрослых участников этого турнира. Ему 17 лет. Сильной стороной Михаила Полянского является именно короткая программа, потому что четверные пока все еще не самый стабильный технический элемент Михаила, и терять такое количество баллов, которые он потеряет, не исполнив каскад, еще упав с тройного луча, это непозволительная роскошь. Когда все чисто делает этот спортсмен, он способен набирать здорово за 80 баллов в произвольной программе, что показал на недавнем первенстве Санкт-Петербурга, где выступил только в короткой программе, но получил за 82,5. Сегодня, к сожалению, таких баллов ожидать не приходится. И вот это падение с тройного луца, к сожалению, станет тому серьезной причиной. Остается только рассчитывать на произвольную программу, но с учетом четверных прыжков у многих и многих из участников этого турнира Михаилу будет очень сложно бороться за место на пьедестале почета. Очень сложно. Хотя начал здорово, пускай не самый уверенный тройной аксель, но здорово сориентировался, выехал в кораблик, прекрасно исполнил тройной Рильбергер тоже с усложненным выездом после приземления, очень хорошее вращение, но. Жаль. Смотрим Луц. По-моему, даже еще и не докрут. Это тогда совсем крохотные баллы. Просто почти ничего.
Михаил Полянский за короткую программу набирает 71,83 балла. Результат Михаила Полянского.